В начале 2013 года по СМИ прошла новость о том, что с 1 января 2013 года минимальная ставка оплаты труда по Эстонии повысилась до 320 евро в месяц, либо 1 евро 90 евроцентов в час. Начиная с Нового года, работодатель не имеет права платить работнику вознаграждение за труд ниже минимальной ставки, введенной правительством республики. С 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года минимальная ставка оплаты труда составляла 290 евро в месяц. В связи с этим мы опросили жителей города и узнали их мнение на этот счет. Слышали, что вот с января месяца этого года увеличилась минимальная заработная плата? Да, не слышала. Как вы думаете, вообще значительное это увеличение? Скажется ли оно как-то? Ну, увеличение незначительное для человека, который получает. Может быть, значительно для тех, кто платит. Вот. А я думаю, что нет, незначительно. Ну, понятно. Ну, тут хитро, конечно, тут... Зарплату поднимают, в результате сокращают. В результате один человек работает за двоих, за троих. Вот вся хитрость в этом. Спасибо так. Большое. А так все говорят, поднимают. Ну, так просто не поднимают. Фонд заработной платы остается одним и тем же. Слышали, что с января этого года поднимается минимальная заработная плата? Слышала. Как вы думаете, это к лучшему, вообще значительно, существенно это увеличение? Ну, возможно, что да. Да, возможно, что да, но участника работать это ничего не изменит, совершенно. Особенно тем людям, которые вот перед пенсионным возрастом. Я, например, работаю у частного лица, и переводится на часовую оплату, и ты ничего не выиграешь, потому что тебе поставят 6 часов. И ты будешь работать, вот, например, я получаю 115 евро, в лучшем случае, работая по 12 часов, ну, 10 дней там, может и меньше, как захочет руководитель. Потому что законы в Эстонии сейчас, вы сами знаете, что подделаны больше под кого есть частный бизнес или... Еще более-менее в таких больших организациях, то еще более-менее соблюдаются законы. А в маленьких это беззаконие. Налоговая система очень плохо работает у нас, насколько я так, причем наблюдаю силу своего возраста и знаний, что многие укрывают налоги. Потому нам, таким пенсионерам, которые уже в таком возрасте трудновато жить. Ну, представьте себе, сколько я могу получать пенсию, получая даже минимальные зарплаты, половину я не получаю. Что можно заработать, какую пенсию? Я думаю, психологически скажется невероятное, потому что даже одна копеечка, один цент, он все равно вселяет какую-то надежду на будущее. А учитывая низкий уровень заработной платы в Эстонии, 30, это, я думаю, не так плохо. Потому что в России тоже и пенсия прибавляется, зарплата буквально на небольшие проценты. Поэтому мне кажется, что Эстония двигается хорошо, медленно, но хорошо. А вы знаете, что с января этого года повысилась минимальная заработная плата? Ну да, слышала. А как вы думаете, это большое увеличение, существенное? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Но все равно нужно надеяться на лучшее. Я думаю, что будет больше мест рабочих. Ну, надеюсь на это. Да небольшое, но хоть за это спасибо, чтобы Господь дает мудрости нашим правителям, хоть за это. У нас существенно мало что делается, но поднялось и то хорошо. Все будет лучше, и цены поднимутся, все остальное будет приложиться, как и должно быть. Да. Никогда не получал минимально. Ну все равно, вот она поднялась, как ну, факт, хорошо. 30 евро добавили. Вы думаете, существенное вообще поднятие? Ну нет, конечно. Кажется? Нет, конечно. Ну... Может быть, это проблема тех, кто получает минимальную зарплату. Меня не касалось. Да знаем, ну, хотелось бы побольше. Знаем, что поднялась, да. Ну, а как вы думаете, вообще существенно это? И как оно скажется? Нет, это, не, ну, конечно, не существенно. Хотелось бы побольше. Ну, может, кому-то и скажется и это. А как... Мне лично хотелось бы побольше.